В этом году отправить своего ребенка в лагерь «Березка» станет проще и дешевле. В оздоровительно-образовательном центре проводят несколько недель летних каникул дети с 6,5 до 15 лет. С 22 апреля по льготной стоимости, а именно за 5200 рублей, путевки смогут приобрести более 200 пап и мам, независимо от того, в какой организации нашего города они работают. Количество мест ограничено, очередность будет определена по дате подачи заявления родителей с приложенным пакетом документов. Это копия паспорта родителя, а копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справка из школы. Тем родителям, которые отправят своих детей в санаторно-оздоровительные лагеря Нижегородской области России, полагается компенсация части затрат на приобретение путевки. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта рекомендуют написать заявление на возмещение потраченных денежных средств как можно раньше. В 2019 году размер данной компенсации составляет от 11 600 рублей до 13 300 рублей. Количество средств ограничено, очередность получателей будет определена по дате подачи заявления родителей. Реестр детских оздоровительных лагерей размещен на сайте turcentr.rf.ru. Также можно обратиться за помощью в выборе лагеря к специалистам Департамента по делам молодежи и спорта. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.